Canon iSensis MF443DV – лазерное многофункциональное устройство монохромной печати. МФУ выполнено из прочного пластика в цветовой гамме из черных и белых цветов. Особый интерфейс представляет выносная панель управления с цветным сенсорным дисплеем диагональю в 5 дюймов. Canon iSensis MF443DV – это профессиональный лазерный инструмент, предназначенный для работы в офисе. Скорость выпуска листов составляет 36 страниц в минуту с максимальным разрешением до 1200 на 1200 точек на дюйм. Это одно из самых скоростных МФУ в данном ценовом сегменте. Время разогрева устройства составляет 14 секунд. Первый лист выходит за 5,5 секунд. Есть возможность печати не только на обычных листах бумаги, но и на конвертах. Обратите внимание, что в этом МФУ установлен сканер, позволяющий копировать документ с двух сторон одновременно. Это существенно экономит время. Сканер способен обрабатывать 36 страниц монохромных документов в минуту. При сканировании картинок скорость снижается до 13 страниц в минуту. Стандартное разрешение изображения находится в пределах 600 на 600 точек на дюйм. Улучшенное разрешение – 9600 на 9600 точек на дюйм. Есть и еще несколько удобных опций. В частности, пользователю доступна отправка сканов по электронной почте. Есть устройство автоматической подачи оригиналов для сканирования на 50 листов. Копир работает со скоростью 36 страниц в минуту. За один цикл устройство может выпустить до 999 копий документов. Присутствует функция автоматического двустороннего копирования. Теперь по техническому оснащению. В устройстве установлен процессор с тактовой частотой 800 МГц и гигабайт оперативной памяти. Для работы в локальной сети есть Wi-Fi адаптер с поддержкой технологии AirPrint, а также порт RJ45 для кабельного подключения к сети интернет. Для подключения к компьютерам и ноутбукам используется интерфейс USB 2.0 на задней панели. Что же касается эксплуатации, во время интенсивной работы девайс потребляет 1370 Вт энергии. Максимальный уровень шума во время работы составляет 52 дБ.